Намаскарасана. Из тадасаны соедините ладони у основания грудной клетки, так, чтобы большие пальцы касались кости грудной клетки и все 8 пальцев отведены в сторону. Вот таким образом. Старайтесь соединять ладони мягко, сильно не давите друг друга, то есть мягкий контакт ладоней. И понаблюдайте, насколько вы можете прижимать основание пятки ладоней друг к другу. Иногда вы можете обратить внимание, что не очень хорошо получается соединить пятки ладоней. Такое здесь образовывается пространство между пяток ладоней, то есть и соединяют только пальцы рук. Поэтому прижимайте полностью ладони друг к другу. И здесь самое главное такое движение, также за счет работы рук изменить положение частей грудной клетки. Поэтому, прижимая ладони друг к другу, сильно не давите ладони, начинайте разворачивать плечи изнутри наружу. Внутреннее плечо продвигайте к наружнему, то есть вот этот разворот, то есть внутреннее плечо к наружнему. Старайтесь совершать больше движения от подмышек, то есть вот эти части разворачивайте в стороны. И ощутите, понаблюдайте, когда вы делаете этот разворот, насколько лопатки за счет этого движения начинают опускаться вниз, лопатки, и это движение задает в область под ключицами, то есть вот эта область под ключицами начинает подниматься вверх. И затем опустите руки вниз, вытяните руки. Тяните локти из намаскарасаны. Также разворачивайте плечи изнутри наружу. Из намаскарасаны. Поднимите руки сейчас вверх. И понаблюдайте, насколько вы можете вытянуть и втянуть локти, соединяя ладони вместе. То есть, если уже начинают локти там сгибаться, и вам сложно вытянуть руки, то из намаскарасаны поднимайте руки вверх и разведите руки в стороны в урдхвахастасану. И опустите руки вниз. Вернитесь в тадасану.